Апельсины сейчас в самом соку. Холодно, скажи, да. Темными, темными тропами. Между двух проселков. Да, у Йони новые педальки. Контакты, да. Держат мертвого. Когда надо, когда и не надо. Аттракция номер один пещеры. Вид потрясающий. Заходи, гостем будет. Где на парадке написано? Ну, показывай. Здесь был Ахмед и Мухаммед. Они положили там брезент и завалили его. Чтобы не прыгали с головы. Илюха, переведи. Точку сюда принести. Я просто далеко точку точку. А здесь написано у нас? Ты можешь нам вставлять, что ты хочешь, ты понимаешь? Да нет, а мы тебя даже уличить ни в чем не можем. Вот так древние люди делали наскальные рисунки. С чувством выполненного долга продолжаем наше путешествие. Вот это Тель-Лахиш. Тель-Лахиш это пограничный еврейский город на границе с филистимлянами. По берегу моря, скажем, в Аждоде были филистимляне. В Кириат-Гате в сегодняшнем тоже были филистимляне. А здесь сидели евреи, которые по факелами, по сигнализации сообщали с Иерусалимом. Вот Навуходоносор этот город сжег. Когда, в принципе, люди здесь жили около 700-800 лет на протяжении этого времени и жили за счет сельского хозяйства, которое было вокруг. Это все, в принципе, довольно был большой город. Гарнизон военный в нем постоянный был. Это был город именно? Это был именно пограничный город. А сегодня это красивые развалины. Арабский морда. Мы на главной улице Лахиш. Большому. У нас первый привал. Я могу вино и сейчас, как скажешь. По мне нельзя. Ну, можно будет поискать это место. Смотри, 80-я точка. 81-82 это Кефи Колумбариум. Фонарно. Сюда ставим. Смотри, вот змея какая-то, Антон. Вон она ползает, видишь? Ух ты, смотри, что здесь есть. Кости лежат. Кости, кости лежат. Ну-ка возьми одну. Я трогать ничего не хочу. Кости человеческие. А что выброшены почему-то? Не трогаем. Мы не трогаем. Пожалуйста, не трогай. Ну посмотрели, ладно, короче. Уезжаем на виллу. Белый камень, как положено. Тер-Малахим мы сейчас едем, будет там сингл. Дорога вот так, и она и обратно идет. Поехали вот так, я думаю. Рушено, рушено. Ну что, давайте в сторону перекуса. Она перекуса там. На встречу Кабанус. Привал номер два. Лес Малахим. Ангел. Слышь, мы сейчас начнем с яичницы, постепенно дойдем до этого.
до мангаль, шашлыки, а потом будем кейтеринг будем вызывать. Завершаем наш маршрут. Детский был маршрут. Не серьезно. 41 километр. Всего лишь. Мы расслабились. Ровно на 80. Финишная прямая. По традиции последние метры маршрута. Че, на второй круг пошел? Так, наша машина в порядке. От тебя всегда ожидаю прикрытий, сюрпризов после обеда. Этот маршрут из детства. Блин, спасибо всем. Женя прошел на одном дыхании. На одном дыхании. Холодно, кидайте мне камень. Кто не пьет водку, тот не знает вкус холодной воды по утрам. Спасибо, товарищ Йони, за наше счастливое детство.